Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Під час яких обставин поєднуються мужність і терпіння, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Надумав я собі, коли ще в 11 класі вчився, що я пойду сюди працювати і буду спасати людей. Це мені дуже подобається. Треба бути сильним, спокійним і опитним. Бути впевненим в собі. И в технике. Когда все сплят, мы готовы ко всему, готовы прийти первые на помощь пострадавшим и тем людям, которые об этом просят. Чем больше опыта, тем больше уверенности в себе. Сьогодні, друзі, ми познайомимо вас з героями, які обрали небезпечну і мужню професію. І у них є про що вам розповісти. Есть люди, господа, которые не спят, когда спите вы, которые бдят в то время, когда отдыхают другие. И сегодня наш рассказ именно о таких людях, которые всегда готовы на помощь, которые спешат на помощь. И мне очень хочется вас с этими людьми познакомить. Пойдемте. Итак, друзья, вот один из наших сегодняшних героев – это начальник 4-й государственной пожарной спасательной службы Владимир Алексеевич Курилов, который готов рассказать нам кое-что интересное. Ну, а самое главное – поделиться тем секретом, где он черпает силы для того, чтобы служить и вас спасать. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нас приняли. Очень приятно, несмотря на то, что погода достаточно тепленькая. Но я сказала телезрителям, и согласитесь вы со мной или нет, что в то время, когда все спят, в принципе, вы не спите, потому что вы всегда готовы к тому, чтобы ехать и спасать людей. В этом ваше призвание и в этом ваша работа. Или работа и призвание, что в первую очередь? Ну, наверное, в первую очередь призвание, а потом дело в работе. И это действительно так, когда все сплят, мы готовы ко всему, готовы прийти первые на помощь пострадавшим и тем людям, которые об этом просят. Владимир Алексеевич, вот будьте добры, вы являетесь начальником, ваша часть, она пусть и небольшая, но она очень мобильная, и, ну, понимаете, как сказать, что всегда сидишь на иголках, долго на иголках не просидишь, правильно? Но тем не менее, вот вы такой человек умиротворенный, излучающий спокойствие. Телезрители, посмотрите внимательно, какой наш герой. Он весь спокойствие, но одновременно с этим собранность. Вы сказали, что призвание ваше. А когда оно родилось? В детстве, когда мальчишкой бегали, футбол играли, уже тогда знали, что станете спасателем? Расскажите, потому что телезрителям всегда интересно заглянуть не только в открытую дверь, но чуть-чуть заглянуть вот за погон. Как там? Какова душа человека? Ну, я вам скажу, это началось, правда, не сразу. Да, футбол мы бегали, как все малыши, но... Я много ездил участвовал в разных соревнованиях по поводу проведения спасательных работ. Это у меня был и туризм, и школа безопасности. Много ездил по областям. И у нас непосредственно, когда участвовали в соревнованиях, мы принимали участие там по спасательным работам. И тогда я в этот момент понял, что служба чрезвычайной ситуации, или министерство, как у нас раньше было, что это мое. Вот. И надумал я себе, когда еще в 11 классе учился, что я пойду сюда работать и буду спасать людей. Это мне очень нравится. Вот спасать людей, вы понимаете, спасать же можно по-разному, да? А кто-то идет, смотрит, старушонка бежит через дорогу, помог ей перейти через дорогу, перевел ее. А вы избрали именно спасение людей своей профессией. Конечно же, определенные качества характера должны быть заложены в вас с рождения. Вот какие качества характера вам помогают в вашей работе, а какие, ну, может быть, немножко и мешают? Ну, в первую очередь, это, как вы уже сказали, собранность. Второе, это хладнокровность в своих действиях, когда едешь ты на вызов. Надо немножко соблюдать холодную голову, не суетиться.
Ну, я думаю, терпеливость, потому что терпеливость в нашей службе – это многое, чем значит, многое, что нужно терпеть. Работы очень много, и заданий очень много каждый день. Тут главное терпеливость. Вы понимаете, телезрители, ведь вообще терпеть, терпение, как известно, это вообще дар Божий. А наш герой Владимир Алексеевич Курилов, он еще и нас терпит сейчас, пока мы его тут расспрашиваем, несмотря ни на что, отрываем от службы. Но что делать? У каждого своя служба. А у нас служба, чтобы рассказать о вас. Владимир Алексеевич, вы сказали, что очень много работы. Почему? Это люди стали больше нуждаться в помощи или просто об этом стали больше говорить? Вот если честно, я раньше думала, что служба пожарной охраны, она как бы пожара вообще, оказывается, нет. Но нет. Они есть, и плюс к пожарам добавляются и аварии. И сейчас в летний период времени и люди тонут, и застревают. Ну, куча всего. Так что, получается, труднее жить стало? Нет, я не думаю, что труднее жить стало. Жить, в принципе, как и жили у нас, может, больше стали показывать там, в телевидении про разные пожары. Сейчас особенно вот жаркий период у нас начался. Очень много горение сухой травы, побутовых там отходов, которые там люди выбрасывают, это мусор там и всего остального. Просто я думаю, может, там некоторые невнимательно стали относиться, ну, к пожарной безопасности, можно так сказать. Очень много у нас выездов, когда люди оставляют пищу на плите, закрывают свое жилое помещение и уходят там на работу или еще по каким-то вопросам, не задумываясь о том, что может случиться. Я не думаю, просто это немножко надо проводить инструктаж по пожарной безопасности, это надо все людям рассказывать, телевидение, засобах массовой информации. Вот мы и рассказываем, что, товарищи, если вы готовите пищу на плите, то потом выключайте, пожалуйста, огонь, чтобы не было неприятностей. Владимир Алексеевич, но тем не менее, вот знаете, спасать людей, оно ж по-разному бывает. Если сейчас вот быстро такой случай неординарный, в котором вам приходилось применять все ваши качества, о которых вы только что упоминали, и хладнокровие, и терпение, и собранность. Ну, случай такой, вот вы видите, уже на случай пошел вызов, поступил. Первое отделение уже на выезд. Давай. Я вам скажу, что на все выезда, которые едешь, вот они все, всем опасны, и надо сразу же принимать правильное решение на всех случаях. Было очень много выездов, там, я же говорю, что я повторялся, там и пища на плите, и квартиры горели, и баллоны взрывались, много-много чего было у нас. А вот скажите, пожалуйста, у вас же есть аналитический отдел, который анализирует те случаи, которые прошли уже, а может ли прогнозировать спасатель, что будет? Или это невозможно, это только воля Божья, что будет вот через минуту, никто не знает? Нет, никто не знает, я скажу, это спрогнозировать очень нереально, потому что каждая чрезвычайная ситуация несет что-то от себя особенное. И спрогнозировать то или иное, что это может быть, там даже взрыв это может быть, или может быть там выброс опасно-химического вещества, или там может быть пострадавший, может его не быть. Это очень тяжело спрогнозировать. Сегодня много очень идет разговоров о том, как воспитать подрастающее поколение в правильном русле, чтобы они не были сибаритами, чтобы они все-таки были хорошими, вырастали людьми. Ваши родители вас воспитали, мне кажется, ну, очень достойно. Это заслуга родителей, ну, конечно, и ваша заслуга в том, что вы стремитесь, но все-таки в первую очередь родителей, правда? Какая у вас семья? В первую очередь, это, конечно, заслуга родителей, что меня так воспитали. Но, к большому сожалению, конечно, я в семье первый, который работает в спасательной службе. Отец у меня водитель, шофер. Мать у меня работает бухгалтером. Такие мирные профессии, да? Мирные профессии, да. Ну, только я что-то вот нашел, какую-то лазейку, так, изюминку в этой профессии. Она мне очень нравится. И, ну, действительно, воспитывать надо, чтобы каждая семья воспитывала своего ребенка в правильном направлении, рассказывала и помогали там ему, в принципе, то, что он хочет. А скажите, пожалуйста, когда вы сказали,
кем вы хотите стать? Реакция ваших родителей. Они одобрили ваш выбор? Ну, мама с папой, конечно, сначала в шоке были, потому что как бы пожарной службе у нас никто не был. Они как бы понимают, что это надо, это опасность, это риск, и надо ездить. Ну, потом, конечно, они смирились, и сейчас есть у них немножко тревожность в душе, когда я заступаю там на сутки или на работу выхожу, потому что в любой момент может что-то случиться. Это не говорят они. Но тем не менее, они тоже всегда верят во мне, меня терпят. Телезрители, мы сейчас можем сказать, что мы в принципе с вами присутствуем при рождении новой династии. Ну, кто знает, Владимир Алексеевич, может быть, действительно в скором времени династия спасателей Куриловых, она будет греметь в нашей области. Вы допускаете такую возможность? Ну, допускаю, конечно, допускаю. Возможно, все в нашей жизни. В нашей жизни действительно возможно все. И вы знаете, телезрители, вот сейчас мы с Владимиром Алексеевичем сидим, а там уже на пульте уже звенит сигнал, и, возможно, уже нужно будет ехать на вызов. Вы сами, несмотря на то, что вы начальник, вы ведь тоже принимаете участие, вы тоже ездите на вызов? Конечно, я как начальник части езжу на все вызова, которые у нас тут случаются за сутки. И днем, и ночью, в любое время суток я всегда тоже первый. И, конечно, нужно себя поддерживать, ну, в достаточно такой спортивной форме. Владимир Алексеевич, спортом занимаетесь? Да, я люблю спорт, занимаюсь, конечно. Я сам больше вот, футбол. В свободное время я играю в футбол. А у вас много свободного времени, так, по-честному? Если по-честному, не очень. Ну, нахожу себе в неделю, раз в неделю побегать на выходные, буквально 2-3 часа. И все, больше у меня свободного времени практически нет. Ну да, еще же надо это свободное время и на личную жизнь, правда? Ну, правда, конечно, у меня семья есть, ребенок, жена есть, которые тоже меня любят, поддерживают, и я их тоже люблю, поддерживаю. И уделять внимание надо немножко тоже семье, конечно. Хоть чуть-чуть, но семье тоже нужно уделять внимание. Но сейчас, телезрители, вы понимаете, нам нужно ехать, потому что, как мы уже сказали, поступил сигнал, и время познакомиться с нашим следующим героем. Владимир Алексеевич, ну тогда из ваших уст, кто наш герой, с которым мы сейчас едем? Это один из старых воинов нашей части, мудрый, грамотный. Это командир отделения водитель Беда Владимир Владимирович, с которым вы с ними познакомитесь. Ну что ж, телезрители, едем знакомиться с Владимиром Владимировичем Бедой. Господа, и вот наш еще один герой, Владимир Владимирович Беда, это водитель, начальник, командир отделения, и, как сказал Владимир Алексеевич, очень мудрый человек. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, мы пройдем к вашему КАМАЗу, пока мы будем беседовать, да? Ну вот Владимир Алексеевич сказал, что вы очень мудрый человек, и на вас можно положиться всегда, в любое время суток, и днем, и ночью. Мудрость, она приходит, хотя вы достаточно молодой человек еще, но уже мудрый. А ну рассказывайте, делитесь, вы книжек много читали, что вы таким стали мудрым, или все-таки опыт? Нет, все-таки это опыт. С 2004 года в Ленинском районе начал свою роль водитель пожарного автомобиля. Через год поехал в Винницу, учился на насосную станцию. И буквально спустя пару месяцев уже попал в боевые действия в Черновцы, где было сильное наводнение. И там мы принимали участие по спасению людей от качка воды. Были там в течение месяца в командировке. Семья переживала, но все нормально, отработали, и каждый год все опыт приходит со временем. Терпит жена, страдают дети, потому что папы дома нету, не хватает больше времени на воспитание, хотя все хотят уделять больше времени детям и семье.
Ну, так как работа тяжелая, опасная, приходится много времени уделять этой работе. Опыт приходит со временем, люди меняются. Очень много пришло молодых сотрудников, которым надо объяснять, показывать, рассказывать. И в наше время очень тяжелая молодежь, которая дружит с ноутбуками, в интернете. А мы этого в молодости не видели. И так пришлось изучать машины, крутить гайки, колеса. И так до сегодняшнего дня. И так набираем опыт все больше, больше и больше. Вот вы сказали, терпит жена, страдают дети. Но тем не менее, вы же успеваете их воспитывать в перерывах между работой? Да, старшей дочери скоро будет 22 года, замужем, работает фармацевтом, учится в Запорожском университете на провизора, закончила школу отлично, имеет награды президента и министра освиты. То есть вы все-таки, несмотря на то, что вы все время на работе, понимаете, телезрители, мы знакомим вас с совершенно потрясающими людьми, которые, находясь день и ночь на работе, успевают каким-то образом воспитывать своих детей, которые становятся и медалистами, и достойными людьми нашего общества. Владимир Владимирович, ну, наверное, это секрет какой-то. Ну, может быть, вы поделитесь с нашим телезрителем? Ну, это еще заслуга супруги Любовь Сергеевны, которая очень много отделяет внимания детям, и поэтому так получается. Гены – это гены, а воспитание – это воспитание. Благодаря супруге все это, потому что нам времени нету, но всегда есть жесткая рука. Жесткая рука – это ваша или жесткая рука вашей супруги? Жесткая рука моя. Ага, все-таки ваша жесткая рука. Но, Владимир Владимирович, она не только жесткая, она еще и уверенная, потому что вот сейчас телезрители увидят, на какой машине мы поедем, и слабой рукой такую машину вести, это практически невозможно, да? Совершенно верно. Ну вот, а вот ездить на такой огромной машине, Владимир Владимирович, здесь нужна физическая сила или опыт, помноженный на силу? И то, и другое. Если нет опыта, сила не нужна. Надо быть сильным, спокойным и опытным. Быть уверенным в себе и в технике. Для того, чтобы техника была исправная, надо постоянно осматривать, делать своевременно ТО, сезонное ТО, подготовка к зимнему периоду, к летнему периоду. Это все надо делать каждый день. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, техники, я думаю, меня поймут, что свою машину нужно очень хорошо чувствовать. Словами это сложно объяснить, но когда человек садится за руль, вот он чувствует, что он сел в свою машину. У вас тоже так? Да. Если машину не будешь чувствовать, будешь плохо управлять. Будут всякие капризы, нюансы. Надо быть всегда готовым ко всему. К дороге. Разное время года, разное время суток. Гололед, снег, туманы, жара. Все это должно быть сделано своевременно. И все-таки это опыт. Да, это опыт. И это, ну я бы даже сказала, это профессионализм. Потому что за рулем такой машины, наверное, должен все-таки сидеть профессионал. Потому что слишком уж большая, слишком грозная и в неумелых руках опасная машина. Да. Это опыт все равно приходит со временем. Летчики не рождаются летчиками, водителя не рождаются водителями. Это опыт, он приходит со временем. Чем больше опыта, тем больше уверенности в себе. И, друзья мои, ну, Владимир Владимирович, ну, может быть, мы тогда поедем и уже продолжим. Ну, я понимаю, что времени очень мало, нужно ехать вам и нам заодно. Ну, и там посмотрим вас в деле, телезрители. А давайте посмотрим нашего героя Владимира Владимировича в деле. А, вы не возражаете? Нет. Ну, тогда едем. Я готов. Тогда едем. Woo!
заметили, мы уже едем на задание. Конечно, вы слышите, машина тяжелая, шумно, но придется потерпеть, потому что, ну, действительно, это ж практически боевая машина. Владимир Владимирович, будьте добры, можно назвать вашу машину боевой? Да, машина боевая, должна работать, готова к работе круглые сутки. На пожар, с пожара, все должно быть на высшем уровне. Для того, чтобы не было поломок в дороге, и в течение суток это все надо предусматривать заранее и смотреть за техникой всегда, чтобы было в боевом расчете. Владимир Владимирович, а вы скажите, пожалуйста, недавно вы были награждены знаком почета за боевые заслуги. Можно ведь сказать, что именно за боевые заслуги? Еще и за мужество. Мужество и боевые заслуги – это две составляющие, которые всегда идут рука об руку. Да, в самом деле это так. Надо быть и мужественным. Заработал за время службы с 2004 года знак пошаны от министра чрезвычайной ситуации Чечеткина. А вот когда нам вручали знак почета за мужество и за боевые заслуги, вот мы сейчас определили, что вы мужественный человек, но еще и боевой, а в жизни вы тоже боевой человек? Приходится по-разному быть. Время тяжелое, надо бороться со всеми трудностями, потому что надо очень много финансов для того, чтобы воспитать девочек. Сейчас младшая идет на учебу. Вот так. А скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь унываете? Вот вы такой мужественный человек. Нет, унывать нельзя никогда. Надо быть всегда готовым к боевым задачам. А вот телезрители нас сейчас смотрят и вот думают, вот человек, который никогда не унывает. А почему вы не унываете никогда? Потому что вам некогда или потому что вы по натуре оптимист? Некогда. Некогда унывать. Надо работать, а на себя время очень мало. Вот как интересно, вы все свое время отдаете работе, ну, конечно, и в свободное от работы время семье. То есть вы не позволяете себе ни на работе, ни дома быть в плохом настроении? Да, плохое надо настроение надо оставлять где-то там позади. Всегда надо быть в хорошем настроении, настроенным на любые поставленные задачи. Если будет плохое настроение, то не сможем выполнять поставленные задачи по спасению людей, животных. И самое главное – это работа. Ну вы такой какой-то по жизни Владимир Владимирович трудоголик? Да. Мы сейчас уже подъезжаем к месту назначения, но я думаю, вы еще успеете посоветовать нашим телезрителям какой-то совет от боевого командира отделения. Будьте добры. Какой совет? В первую очередь надо воспитывать подрастающее поколение мерам пожарной безопасности и побольше мужественных детей воспитывать, меньше шалости с огнем, потому что Родине нужны сильные люди. Наші герої впевнені, усе в цьому світі змінюється. Лише мужність і відвага залишаються незмінними. І це вони доводять своїм власним життям. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.